когда друзья здесь, эти шоферы в этом Мальте, это просто удивительно. Вот этот шофер вот буквально за последние сколько, минут 7, 3 минимум раза он чуть не сделал аварии. Потом еще такая фишка прикольная. На остановке он останавливается, на одной остановке останавливается, вот как сейчас, а на другой остановке не останавливается, мимо проезжает, но из-за того, что пробки, люди начинают ему типа тормозить, ты что делаешь? Кидаются на двери, бьют по стеклам, он все равно их не пускает и дальше едет. Если так, как сказать... В общем, мне не очень сильно непонятно вот это все то, что здесь происходит. Не панирует. Да-да, меня не панируют, да, такие шоферы. Самый прикол в том, что это не только он один. Ну да. Уже сколько раз заходишь в этот автобус, они какие-то неадекватные все. Я не знаю, что с ними здесь происходит. То ли они не то едят, то ли они что-то употребляют страшное. Но что-то с ними реально не то. Особенно с ними реально не то насчет того, чтобы проехать. Ты просто стоишь на остановке. Там в любом случае обязательно надо махать рукой, когда ты на остановке стоишь. Просто так, если ты стоишь просто на остановке и думаешь, что автобус остановится, даже не надейся. Обязательно надо махать рукой. Хорошо, если он остановится, когда ты машешь рукой, когда ты им об этом говоришь. Очень часто просто мимо проезжает. И вот сейчас только что была картина, когда люди уже не просто мимо проезжают, а люди догоняют и стучат ему в окно. Типа, ты что, охренел? Как ты можешь проезжать? Не видишь, что ли? Ты проехал мимо нас. И он все равно двери не открыл и дальше поехал. Супер-супер какие-то отмороженные здесь эти. Еще им кажется, что они не везут вообще людей. Да-да, мне кажется, они точно не людей везут. То, что люди стоят и там тормозить, хотя видишь, какая ситуация впереди, что машина там тормознула, это все равно они тормозят в самом конце, потому что они надеются, что сейчас машина поедет, поэтому лучше я буду быстро ехать, а потом как тормозну, что все там да. Попадают. Непрофессиональный водитель, Саша. Абсолютно непрофессиональный. Такие дела, что находимся на Мальте, друзья. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.